Короче, я смотрю сейчас, ну просто этого конспиролога, антисемита. Поворачиваю комментарии. Во время он там трансляцию строил. Во время, ну, видео годовалой давности. Во время трансляции этого видео там ему пишет чел под ником Оксимирон: привет из Израиля. Я даже заскриншотил. У меня есть канал 6-летней давности «Космоса нет». Там есть вырезки. Я тогда был, ну, как с антисемитом. И вот вырезки там есть, где прямо есть антисемитские. Они там буквально... Вот эти конспирологи и вот этот, все как один говорят. Есть такая национальность, которую нельзя называть. И она повинна там во всем, в этом, глобально. Нас грабят на космос. И тут и ему пишут под каждым видео: привет из солнечного Израиля. Я уж думаю, с фейковой какую-нибудь страницу написать ему, засыпать его комментарий: привет, шалом, брат! Мы, евреи, тебя обожаем! Я тебе задоначу 300 тысяч рублей. Тебе мало 100 тысяч шекелей, тебе задоначу, блядь. Разъебывай евреев! Я не знаю, блядь, это просто охуеть. Ебать, даже этому неонацисту из Финляндии звонили хасиды из Израиля, звонили евреи из Израиля, звонили молодые, и он с ними общался на стриме, они его поддерживали, блять, охуеть. Ну, они там жаловались, что бабы совсем охуели вообще, там обвиняют в изнасилованиях, чуть что там. Вообще, ну там, жаловались, что просто охуели в край. Ебать, даже таким людям пишут из Израиля и восхищаются ими, это просто охуеть. Интересно, а Гитлером есть кто-нибудь, кто из Израиля, блядь? Восхищается, это вообще охуеешь. Если такую информацию вскрыть, там, наверное, просто охуеть. Охуеешь просто. Потому что общение хасидов, ну, ладно, неизвестно, я точно не помню, хасиды, но они... Это то же самое, если бы они Гитлеру позвонили, с ним стрим провели, там, пообщались, да, поддержим тебя, блядь. Вот там какие-то есть проблемы в Израиле. Просто охуеть вообще. Что, блядь, происходит? Вообще охуеть. Короче, тархун один. Сухари. Две баночки оливок. 602 рубля. Просто охуеть. Так-то, по сути... Единственное, чем можно питаться так-то, если это роллтонами, вот, которые самые дешевые. Короче, я изобрел теорию живого Марса. Просто вот Луна, она по сути коричневого цвета такого, ну, как шоколад, ну, типа так, примерно. Ну, просто если Марс, он с Земли красный, то если убрать синюю
атмосферу. Вряд ли он станет зеленым или голубым, каким должен быть. Он оранжевый. Ну, вообще-то он такой, такой красноватый, да. Вот почему он красный, вот это вопрос. То, что он красный, это все разъебывает. Красный, красный он цветом. Ну, да, это странно. С этим надо будет разобраться хоть как-то. $602. Хуйня. $602.